Всем привет, дорогие друзья! Ну что ж, усаживайтесь поудобнее, потому что ближайшие 15-20 минут вас ждет просто грандиознейшее открытие. Они у меня выходят периодически, но при этом я стараюсь подбирать открытия такие, чтобы были, ну, очень такими зрелищными, насыщенными, какими-то, не знаю, редкими. Короче, ребята, к вашему вниманию, 760 маленьких, 92 больших. И при этом, внимание, нету только мификов и легендарок. Вот так здрасте! Это очень прикольно, не будут нам мешать эпики, не будут нам мешать сверхредкие. Короче, мы нацелены только на самых редких бойцов в этой игре. Ребята, я не знаю, как вы, а я верю в то, что если каждый из вас поставит лайк и подпишется на канал, 100% выпадет лего. А чем больше лайков, чем больше людей подпишется, тем больше вероятность того, что лего выпадет не одна. Поэтому, пожалуйста, каждый из вас, кто еще не подписан, прямо сейчас проверьте подписку, прожмите лайк и смотрите. В магазине у нас еще есть воробушек. Я его куплю в конце ролика, если он не выпадет до конца видоса. Также я куплю его и тебе, если ты подпишешься на мой инстаграм и на мой лайв-канал. Вот здесь это будет подсказка конкурса. Участвуй, я разыгрываю все легендарки и вот эту акцию тебе на аккаунт. Поэтому все, кто подпишутся на Холдик Лайф, на инстаграм, сразу же автоматически участвуют в этом конкурсе. Ребзи, офигеть, 760 боксов. Я делаю скриншот. Тут дорога к славе тоже вся собрана, короче, точнее, подготовлена. Будет реально классное открытие. Но досмотрят до конца только самые преданные и самые крутые парни и девушки. Ну что ж, я начинаю. Внимание, бойцов ноль, понеслась. Открытие будет действительно... Кстати, секундочку, одну маленькую секунду. Все, секунда прошла, я готов. Так, вот что я хотел. Я хотел, чтобы этот клуб забился. Ребята, мне не верит человек, что если я покажу этот клуб, он забьется. Серьезно, 2800 прием. Ребята, покажите, что вы можете. Вот хэштег, сделайте сотку здесь. Все, теперь точно поехали. Так, в принципе, персонажи практически все прокачаны на 7 уровень. Но какие, допустим, не прокачаны, мы будем в процессе ролика прокачивать и выбивать на них гаджеты. К концу ролика посмотрите, какой будет, какое количество будет новых бойцов и гаджетов. Я надеюсь, что мы сделаем какой-то рекордик сегодня. Поэтому давайте. Стоп. Еще один момент. Сейчас. Шанс на легу такой, как надо. Все. Теперь точно поехали. Я буду открывать очень быстро, точнее, буду прокликивать сразу по два сундука, поэтому если что-то и дропнется, мы можем это не увидеть на экране. Поэтому будем проверять, если что, через меню бойцов. Ребята, напишите в комментариях, как вы думаете, выпадет сегодня легендарка? И если да, то как думаете, одна или несколько выпадет легендарок? И вообще, как вы думаете, сколько мы сегодня выбьем бойцов? Попробуйте отгадать, ну а я попробую вас не подвести. Так. Стоп, что-то уже новое выпало. Смотрите, только начали открытие, а уже один боец подсвечивается. Поэтому проверяем. Хоть бы это гаджет был. Да, это гаджет. Только не пойму, на кого. Ха. На Карла? А, на Карла гаджет выпал. Окей. Все, поехали. Первый уже предметик есть, но вы знаете, что первый предметик... Это как первый блин комом. То, что выпал гаджет, ничего страшного. Нас, ребят, интересуют только легендарки. Я буду делать акцент на них. Вообще, конечно, хотелось бы как можно больше всего выбить, но при этом я еще парню пообещал, что я постараюсь сделать так, чтобы выпало лего. Но, блин, от меня зависит... Оп, еще один гаджет. От меня зависит процентов где-то 50. Остальные 50% зависят от каждого из вас. Я всегда, когда открываю сундуки, я очень, ребята, радуюсь, когда вы ставите там больше 100 тысяч лайков, когда смотрю, что по статистике, по аналитике людей, которые смотрят этот ролик, больше половины подписались. Просто вам огромный респект, кто сегодня подписался, кто был до этого подписан. Ребят, я вас реально обожаю, вы крутые. Три бойца уже, смотрите. Походу, третий гаджет. Да нет, нам выпал Макс, уже мифик выпал, Ребзи. Стоп, секунду, что-то громко сильно. Так, я сделал чуть громче, громкость пониже. Короче, нам выпал мифик, ребят. Давайте прокачаем мистера Пи тоже. А, все.
Получается, нам осталось выбить одного мифика и 4 легендарки. На этом аккаунте ни разу не было легендарок. Вы представляете, как мы сегодня будем лишать его этой легендарной детственности? Да, именно так. 600 боксов еще. Я очень, ребятки, верю в то, что вы реально... Я очень в это верю. Поэтому 100% будет легендарка. Я думаю, что первым выпадет либо Спайк, либо Воробушек. Вот мне кажется вот так. Вот что-то вот кажется. Четвертый гаджет. Нет, третий гаджет и один персонаж. Получается, 4 новых предмета мы уже выбили за 5 минут. Оп, еще один гаджет. Блин, шикарно. Падает все, все хорошо. Самое главное, чтобы это продолжалось до конца видоса. Потому что, блин, я не знаю. Я очень хочу видеть Легу. И именно ту Легу, которая выпадет, а не которую я буду покупать в магазине. Так, ну что, остался нам один мифик, и все, и будем встречать легендарку. Блин, конечно, Легу выбить будет достаточно опасно с такого количества боксов. Ну, я имею в виду, что выбить ее реально, но мне что-то кажется, что мы будем нудно ее вытаскивать, мы будем вот так вот сидеть, ничего не падает, не падает. Потом как бам, и останавливается сердце. Ух. Я, кстати, всегда боюсь, что когда я открываю сундуки, я реально прям чересчур радуюсь. Вот прям пипец. Не знаю, почему так. Меня прям, фу, типа, воу, выпал Олега, все. Весь мир должен остановиться. И иногда так внутри, ух, сильно так резко... Обрадовался, что аж кольнуло здесь. Поэтому я боюсь, чтобы у меня во время ролика случайно реально не остановилось сердце. Поэтому надо как-то менее эмоционально. Помните, я когда-то запускал тему, что я хочу выбить Легу, не реагируя на нее абсолютно никак. Может быть, проверим, получится ли у меня в этом видосе подобную тему сделать. Давайте попробуем. Гаджет, хорошо. Так, получается... Все так же, все та же картина, но уже 6 предметов. Ё-моё, еще один гаджет! Уже 7 новых предметов, из них один боец. Так, ну блин, а классно, гаджеты добавили, теперь хоть что-то падает сундуков. А так представляете, если бы, ну реально не было бы только легендарок, мы бы открывали просто, считай, пустые сундуки. Я думаю, что нам стоит прокачать персов каких-то на 7 уровень, дабы тоже гаджеты падали. На них, вот... Так, вот Ниту еще прокачать. Все остальные вроде как... ну, тут персов хватает еще. На Джеки самый топовый гаджет, ну, один из топовых. Так, ну и вот это давай. Все, понеслась дальше. 500 сундуков еще, ребята! Реально усаживайтесь поудобней, если вначале уселись не так удобно, как вам казалось. Поэтому... Еще 500 боксов. Мы открыли 200 сундуков, ребята. А уже выбили, смотрите. Восьмой предмет. Давайте еще раз покажу. Восьмой предмет. За 200 боксов. Я считаю, это очень хороший результат. Вот сразу чувствуется, что вы приправили ролик лайкосом. Но если еще больше лайков, сейчас будет покруче. Покруче дроп. Блин, горло пересохло. О. А водичка, оказывается, рядышком есть. Но открытие нельзя приостанавливать. Открытие должно продолжаться. Так. Я очень надеюсь на Легу. Ой. Как же хорошо. Ой, ребятки. Отлично, когда сушняк. И ты такой. Минералочки холодненькой. Кайф. Продолжаем. Так, мы не останавливались, ну да ладно. 490 боксов уже у нас осталось. Так, не люблю вот это, когда зависает. Так, 8 предметов. Да не, у нас еще много, у нас еще 90 больших. Господи, сколько у нас сундуков, давайте ускоряться. Реально, давайте как-то ускоряться. Именно по 2 бокса одновременно открывать. 9 предметов, только я начал по 2 бокса и 9 предмет. И это, ребята, не новый бравлер. Это где-то гаджет выпал. Ладно. Гаджет так гаджет. Нам... У нас получается один мифик и 4 леги. И 9 предметов. За одно открытие. Да, черт возьми, да. Так. Тик-тирик-тик-тик. 458.
Да, маленькие сундучки, конечно, очень долго открывать. Я вот так буду тремя пальцами, так будет гораздо быстрее. Но я думаю, что еще минут 5, и мы переходим к большим ящикам. Там у нас еще мега ящики, плюс я еще, может быть, докуплю гемов, да мы откроем мега боксы, чтобы, ну, в магазине, чтобы, блин, вытащить легу. Ну, я реально хочу. Если, я минимум хочу одну легу. И 100% будет минимум одна, потому что в магазине я куплю. Но, а представляете, сейчас ворон дропнется. Это будет фейл. 10 предметов, да, ё-моё. 10 предметов, и это не новый боец. Это гаджет, поэтому продолжаем. Так, ребята, я не знаю, у меня постоянно прерывается запись. Какой-то 11 предмет появился, давайте проверим. Не персонаж ли это? Нет, это гаджет! Это гаджет гадина, блин, хочется именно персонажа. Давайте посмотрим, что у нас с шансом на легу. Шанс на легу у нас увеличился, прилично так увеличился, но пока что леги не видать. Нам еще одного мифика надо выбить, блин. Чё-то я немножко опечалился. Предметов падает очень много, это, конечно, круто для аккаунта, но, блин, как-то не знаю. Как-то хотелось бы персонажей увидеть. Но мне кажется, что с биг ящиков они начнут падать, поэтому... Блин, ну представляете, 700 боксов накопить, ну это же трэш, чтобы я потом 20 минут их открывал на одно видео. Такс, нормально. Я не могу гарантировать, что лего не выпадет, потому что всегда бывает по-разному. Бывает, не падает, потом... Кстати, у меня бывало такое, что я открываю сундуки, что-то выпало, что-то не выпало... И потом чел говорит, я после того, когда ты открыл сундуки, захожу на аккаунт, открываю первый сундук и падает там мифик или лего. Я такой, капец, один сундук, то есть если бы я на видео на один сундук больше открыл, в этот момент бы выпало лего. Никогда не знаешь, когда она выпадет. Вот это, блин, самое интересное в открытии, что непредсказуемость. То есть шанс может быть вообще там не разглядеть, но леги могут просто падать хоть одна за одной. Так, ладно. 200 боксов еще, трэш. Так, надо по 2 бокса одновременно открывать, потому что по одному это мы надолго. 12 предметов, ребята, проверяем, что у нас там дропнулось. Да ё-моё, это не персонаж. Продолжаем открытие. Капец, я только что 3 сундука открыл одновременно. Вот, сейчас по 2 открываю, ля. Опа, гаджет. Так, было 12 предметов, стало 13. Продолжаем. 13 предметов уже, жесть. За одно открытие, я не верю. Так. Так. Блин. Интересно, сколько до конца видоса будет, блин? Вы-то можете перемотать, узнать, а я хз. Я хз. Так, 148. 145. Так, по два сундука открываем. Блин, тяжело открывать сундуки, реально пальцы устают. Ну, их просто хочется побыстрее, их-то можно так, она росла бончики, минут 40 открывать. Но, блин, хочется ж побыстрее, не хочется затягивать. Блин, ничего не падает, кумарят уже. Реально, хочется перейти к другим сундукам, эти надоели. Сейчас уже закончим, чуть-чуть осталось, меньше сотки, фух. Я представляю, мы с Аурумом будем открывать 1000 боксов, как же это будет жестко, ребят. Прикиньте, на 300 боксов больше, чем сейчас я открываю. Я, кстати, косарь боксов открывал уже. То есть, как бы, практика имеется. Но там будет интересное открытие в том плане, что никаких персонажей мы еще не выбивали. И там будут падать один за одним просто. Итак, 85 боксов, давайте ускоримся. Так, да, вот так вот по 2 бокса открывать веселее гораздо. Чикс. Так, все еще 13 персонажей. Даже гаджеты перестали падать. Так. Капец, как же долго. Так, 53 боксика. Бля, нам еще не выпал мифик! Нам еще не выпал мифик! Твою мать! Что нам всего лишь один персонаж за 700 боксов выпал? Начинает меня бесить это. Да, гаджеты, все дела, ну какого хрена? 700 боксов, бля, открыл, чё, мифик? Не может дропнуться, сраный. Ребята, поставьте в этот момент лайк. Я перехожу в режим дебилизма. Реально уже драконит меня то, что ничего не падает.
Все, мы эти конченые боксы закончили открывать. Осталось 5, 4, 3. Последний. Фух! И 14 предметов в конце. Так. Твою мать. И это не персонаж. Фух, ребята, жесть. Так, что получается? Шанс просто гунячий. Поэтому давайте, ребят. Я пошел открывать бигбоксы. Надеюсь на то, что хотя бы отсюда дропнется, блин. Вы понимаете, что... Да что вы понимаете? Ничего вы не понимаете. Дропнется мифик, вам-то все равно. А я-то очень переживаю. Я-то легу хочу. А мы на легу-то шанс, смотрите, какой целый видос собирали. Если сейчас дропнется мифик, шанс на легу просто упадет. Блин, ничего не падает. Даже мифик. А я легу хочу. Да не, пофиг, пускай ничего не падает. Да иди ты гуляй вообще, просто иди, умри. Лучше бы я этого не видел. Ну, шанс не такой уж маленький. Ребят, я очень... О боже, я думал это лего. У нас нету 4 лег. Поставьте вы, 16 предметов уже выбили. Вы чё, а, хлопцы? Да ё-моё, гаджет. 17 предметов. Офигеть. Так. Ну давай, давай. Давай, я верю. Я верю в то, что лего дропнется. Давай. Хотя бы одна. Хотя бы одна. И хотя бы не ворон. Чтобы ворон был второй легой. Блин. Ну давай же. Не зависай только. 34 бигбокса. Так, 29. Не знаю, как вы, я нервничаю. Просто жесть. Меня это очень дико напрягает. Когда я так... Да ёпта! Ну, хотя бы, знаете, хотя бы гаджеты немножко спасают ситуацию. Потому что, блин... Фух, так много боксов, и я не могу увидеть то, что хочу. 2 мифика всего лишь выбили. Это плохо. Это мало очень. Это очень мало. Слушайте, за такое количество боксов, каких-то сраных 2 мифика. Так. Так. И вот так. Хорошо, мы закончили бигбоксы, переходим к пути к славе. Здесь будут мега ящики. Я все еще напоминаю, если кто-то не подписан, не поставил лайк, приветствуется. Это все приветствуется, потому что, ну, легендарка нужна. Нужна легендарка. Я уже персонажей не прокачиваю, блин, вообще плевать на них. Я хочу легу. Я думаю, как и вы. Так. Да блин. Блин. Так, 6 предметов. Да, ё-моё. Слушайте, а, гаджеты... Гаджеты... Может, гаджета уже нет? Может, мы все гаджеты выбили, реально? Потому что что-то и гаджеты перестали падать. Да, гля, 5 предметов. Как такое возможно? Сколько боксов открыть? Серьезно, не выбить легу? Да, гля. Я не верю. Так, давайте, наверное, сюда потратим. На мистера Пи. Так, получается последний мегаящик. Трешак. Просто трешак. Это трэш. Фух. Сказать, что я недоволен открытием, не сказать ничего. Поэтому давайте чуть-чуть задонатим. Так, меня Рам просил ввести его код. Блин. А чё он не ввёлся? А, вот, ввёлся. Попробуем с его кодом сейчас открыть. Вдруг дропнется лего. Блин, я это вспомнил только после того, когда зачислились гемы. Ух, что дырявая память. Так, нам надо оставить так, чтобы у нас остались гемы на воробушка. А сколько он стоит? 500 гемасов. Хорошо, хорошо, поехали. Ребят, если реально не дропнется лего, я... Капец. Походу реально не дропнется лего. У нас осталось пару боксиков. Угу. Весело. Очень весело. И получается, у нас осталось где-то 2 ящика.
Да вы что гоните? Столько открыть сундуков. Реально, давайте кого-то прокачаем. Мне кажется, что уже гаджетов тупо нет. Мы все гаджеты выбили. Так. Потому что, ну, гаджеты по-любому уже выпали. Так. И здесь на 7-й. Давайте пробовать открывать. Да, блин, хотя бы последний гаджет дайте выбить, и все, я успокоюсь. Последний гаджет. 6 предметов покажи мне. Да, все, 6 предметов. Фух. Но. Что там? Что там внутри? Решать вам. Значит, лайк, подписка, Лего. Игнор гаджет. Проверяем. Твою мать! Я все, я покупаю ворона. И да, выпало Лего, да, за Гемона выпало. Но зато с Фениксом. Да ну, это бред. А ну, после покупки Лего шанс уменьшился? Нет, шанс не уменьшился. Короче, друзья, такие дела. 20 бойцов! Ну, по сути, так-то неплохо, неплохо. За одно открытие неплохо. Но, блин, черт возьми, нам пришлось купить ворона. Чё-то вообще трудно, трудно. Фух, ребятки, кто поставил лайк и подписался, и досмотрел до конца, вам огромнейший респект. Я вам желаю, чтобы вам везло больше, чем мне в этом ролике. Вот, чтобы вам падало то, что вы загадывали, чтобы у вас было крепкое здоровье. И все у вас было хорошо. Реально, всего вам от души желаю. Всем моим зрителям. Спасибо, ребят, честно, спасибо вам огромное, кто досмотрел до конца. Фух, а я что-то подустал, не знаю почему, мне что-то как-то, блин, как-то сложновато было открывать эти сундуки, не знаю что. Все, до новых встреч, скоро увидимся, пока, ребят, это было жарко.